За звание лучшего педагога Ленинского городского округа в этом году боролись 10 учителей. Но до финала удалось добраться лишь 4 из них. Каждый, кто принял в этом участие, уже одержал победу над собой. И поэтому всем участникам этого профессионального конкурса я выражаю свою благодарность. Я думаю, что мы наградим их аплодисментами. Все участники конкурса, по словам жюри, показали себя достойно и были награждены дипломами. Это был для меня огромный-огромный опыт. Мне очень понравилось. И, наверное, где-то даже я не жалею, что я не прошла дальше, потому что есть над чем работать, есть к чему стремиться, поняла свои какие-то ошибки. Лопатинскую школу в финале представила руководитель Гагаринского музея и отряда учитель младших классов Наталья Попова. Я пришла на этот конкурс представить новую методику природосообразную, которая направлена на сохранение природы ребенка, на развитие его целостного мышления, методика, можно сказать, будущего. И в этом мне помогает сотрудничество с Русским космическим обществом, с нашими российскими учеными. А вот молодой учитель математики Молоковской школы Айдар Жилмуханов поставил для себя нелегкую задачу развеять миф о том, что алгебра и геометрия – это скучно и сложно. Математика не всегда скучный предмет. Можно сделать его веселым. И вот сегодня я вам это все покажу. Современный педагог – это человек, который должен не стоять на месте и постоянно учиться, самосовершенствоваться, искать что-то новое. Потому что застой – это смерть, как известно. Финал конкурса состоял из 4 этапов: визитная карточка, представление о педагоге классике, ответы на вопросы из зала и презентация известного фильма о школе. Мы Надины ближайшие подруги. Ее любят педагоги, как ее любят родители. Она ведет огромную общественную работу. С каждым из финалистов приехала внушительная группа поддержки, состоящая из учеников и коллег. Надежда Васильевна – это лучший педагог за всю мою школьную жизнь. Я ее запомню надолго. Она очень ответственная, она достаточно строгая, но в меру. Она не только хороший педагог, она очень хороший человек. И мы все ее очень любим, она целеустремленная, мы все в нее верим и ждем ее победы. В итоге педагогом года Ленинского городского округа стала учитель истории школы совхоза имени Ленина Надежда Литвинова. Именно она будет защищать честь муниципалитета на общеобластном этапе конкурса. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.